компания Music Mag представляет. На выставке Music Mesa 2011 компания KRK Systems представила новую модель студийных мониторов KRK Rocket 10 DP3. Rocket 10-3 – это новая трехполосная акустическая система общей мощностью 140 Вт. КРК 10 DP3 – это профессиональный студийный монитор общей мощностью 140 Вт. Этот монитор трехполосный. Нижний динамик работает на частотах до 400 Гц. Средний динамик работает на частоте от 400 до 3750 Гц. Верхний динамик работает от 3750 Гц до 25 кГц. Итого до 25 кГц. На панели монитора Rocket 10-3 располагается три регулятора. Регулятор верхних частот, регулятор нижних частот, регулятор уровня громкости, разъем для подключения по XLR, разъем TRS, разъем RCA, кнопка включения и выключения монитора и разъем для подключения силового кабеля. КРК 10-3 – это трехполосный студийный монитор, который не является развитием линейки RP-G2, а является, по сути, полностью новой разработанной моделью. В основе этой модели лежат усилители от серии BXT. Монитор Rocket 10-3 – это абсолютно новая разработка компании КРК, одного из ведущих производителей акустических систем для студии звукозаписи.